Наприкінці минулого місяця в Харкові в рамках міжнародної програми відбувся проєкт «Django Girls». Його ціль – залучення жінок, які ніколи не займалися програмуванням, до прекрасного і захопливого світу IT-технологій, а також руйнування сталого стереотипу про те, що цей специфічний вид діяльності – виключно чоловіча прерогатива. З такою думкою рішуче не погоджуються організатори цього заходу в нашому місті і впевнено заявляють, програмування під силу кожному. В IT класно, в IT хороший заработок, это интересно. И еще стоит добавить, что все равно в IT очень мало девушек. В обществе существует вообще некая такая, может, дискриминация, и часто вот многие стараются не брать или боятся, а девушки, наоборот, боятся идти в информационные технологии. Поэтому мы решили сделать такое мероприятие, опять же, в рамках международной программы, чтобы девушки пришли, почувствовали, что они могут, что это все ничего сложного, что это не ракетные науки, как говорят на Западе, что все это реально достижимо, чтобы у них появилась уверенность в себе, в том, что они могут это делать. Ранее не проводились у нас такие проекты именно для девушек. Как показало количество желающих, проект действительно полезен для девушек, и он уже проводился во многих городах Европы, и лично мне хотелось бы добавить в этот список и Харьков. Протягом одного дня команди, які складалися виключно з представниць прекрасної статі, під чуйним керівництвом мудрих тренерів створювали свої перші веб-проекти. Своїми враженнями від продуктивної праці на незвіданому ґрунті з нами поділилися учасниці заходу. Во-первых, это, конечно же, общение и знакомство с новыми людьми, и также это возможность научиться чему-то, да, приобщиться к этой сфере, которая сейчас довольно-таки распространена, довольно актуальна в нашей жизни. Изначально думала, что мне будет сложно, так как здесь намного старше меня, но сейчас я вижу, что это не так уж сложно, если влиться, если все это прочитать, все это усвоить, то это как бы очень даже интересно и очень захватывающе.